Здравствуйте, дорогие зрители и друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз пришел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Вечер, дача. И мне пришла бандеролечка. Вот такой каталог «Сады России». Сейчас посмотрим, что же я буду заказывать. Вот хочу заказать жимолость. Вот тут столько очень много разных сортов. Может быть, у кого-то есть жимолость? Посоветуйте, какую лучше выбрать. Вот. Давно хотела жимолость. Вот тут розы есть. Конечно же, тоже буду розы заказывать. Так, вот хочу вот это вот заказать. Так, роза чайно-гибридная, черная бакара. Вот, 1200 рублей. Черный бархат лепестков. Так, и вот это вот. Роза чайно-гибридная, солнцедар. 580 рублей. Так, где она здесь? Вот написано. Одна из лучших желтых роз. Цветки крупные, 11-12 сантиметров в диаметре. Красивой формы, яркие. Хороши на всех стадиях распуска. Вот. Вкус сильно рослый. Так, а вот а про эту вот розу. Так, вот видите, тут написано. Насыщенность цвета зависит от погодных условий и кислотности почвы. Один из самых темнокрашенных сортов. Вот эта плетистая роза «Симпатия» мне она очень нравится. Наверное, еще раз закажу, чтобы еще была одна. А то как не закажу, что-то какая-то у меня неудача. А вот «Симпатия» – это вообще классный сорт. Так, и, конечно, хвойники. Правильно сказать, не хвойники, а хвойные растения. Какой красивый, да, кедр гималайский. Как козябра какая-то. Так, ну ладно, вот мне понравился. Можжевельник обыкновенный, Арнольд, 400 рублей. Смотри, какие стройненькие, да? Так. Прочитаем. Вот, красивый, стройный, красавец хвойник с вертикально растущей кроной. Выглядит как декоративная колонна, сине-зеленая хвоя. Видите, сине-зеленая, вообще классная. Очень пушистые, отливает серебром. Угу. Так. Ежегодный прирост около 10 сантиметров. Легко переносит засуху и морозы до минус 45. Так, растет от 3 до 5 метров. Мне очень понравилось. Я две и закажу. У меня задумка есть интересная. Вот здесь вот такие есть. Вот это я точно закажу. Можжевельник. Два можжевельничка. А, еще забыла вот гипсофилу.
250 рублей, розово-белое. Да как розово-белое, такое облако будет, вообще классно. Можно срезать букетики. Нежненько будет. Он тоже интересный, такой желтенький. Кипарисовик. Так, сейчас наведу камеру. Горохоплодный. Филифера. Ау, Реа. 430 рублей. Вообще интересный. Тоже какая-то, как козябра. Такой, как старичок, лесовичок. Леший такой интересный. Вот такие вот шапочки есть. Тоже интересненькие. Тоже западная. Мишка Тедди. 490. Так, ну здесь я ничего не буду заказывать. Так, и вот дошли наконец-то до гортензий. Вот здесь я прямо вот не могу выбрать, все хочу. Этот цвет вообще интересный. Бело-желто-кремово. Крем-брюле какой-то. Вообще интересный этот цвет. Так. Называется это гортензия. Little Croton Cream. 590 рублей. Так. Тут смотрим описание. Зимостойкость, самое главное, минус 35. Вот, поставьте на паузу, можете прочитать. О, все такие классные, все хочу, все гортензии хочу. Сейчас переверну страничку. Там такие шапки будут. Смотрите, вот стоит мужчина, а вот такие шапки. Больше его головы. Так, эта гортензия называется. Вот так, уникальная. 430 рублей. Вот сейчас я тоже наведу. Поставьте на паузу и можете прочитать. Тут три цвета. Желтенький, белый, светло-розовый, потемнее. Тоже красивая гортензия. Так. Самарская Лидия. 790 рублей. Так, Самарская Лидия. Вот тоже поставьте на паузу и прочитайте. Зимостойкость полная. Видите, тут написано глубокий рубиновый цвет, который сохраняется до заморозков. Тоже вот рука, да? И на руке такая шапка. Skyfall. Ну, это уже все вы знаете эту гортензию. Сандей Фрайс. Красотки. Ну, вот эти гортензии крупнолистные, они растут там, где тепло. Или надо с ними возиться. Я их не люблю. Красивые-то некрасивые, конечно, но
Но-но. Я люблю метельчатые гортензии. Вот видите, какая должна быть скумпия королевская. У меня она есть. Кто следит за моим каналом, тот знает. Только она у меня вымерзает. А потом начинает с корня цвести. Ой, расти. А вот цвета-то я ни разу не видела. Вот кальвиция тоже у меня есть. И вот самая главная красотка — глициния. Голубая луна. Не решалась. Сколько лет не решалась. Тут решилась. 2550 рублей стоит. Так. Морозостойкость тоже до минус 40. Хорошо. Вся красота тропиков теперь в вашем саду. Многократное до 3 раз до сезона обильное и пышное цветение. Лавандово-синими, классными, следно-желтыми цветами. Украсит любой балкон, беседку, террасу или стену дома. Быстро растет, не нуждается в формирующей обрезке. Снятие с опор. Так, до 7 метров. И вот еще какая гортензия есть. Смотрите, черешковая. 580 рублей. Она до 10 метров. Тоже лиана. Тоже поставьте на паузу, прочитайте. Ну, с гортензией я еще подумаю, но глицинию, красотку, точно закажу. Вот такой каталог. И смотрите, можно по интернету заказать. Заказываю я не первый год, но только почему-то в том году мне или забыли, или не знаю почему-то, каталог не пришел. В том году я не стала заказывать, раз каталог не пришел, не заказывала. А так, когда приходит каталог, заказываю всегда. Люблю каталоги смотреть, тактильность люблю, красиво. Вот так. Тут много что есть. И картошка есть. И малина есть. И ежевика есть. Кстати, ягоды я тоже тут заказывала. Землянику, клубнику, она же Виктория. Вот так что лук. Можете посмотреть в интернете этот каталог. А стиль бы, косточки. Кстати, вот папоротник тоже красивый. Вот этот у меня есть. Вот этот очень тоже интересный. Так. Многорядник называется. Это тоже интересно. Ну, по интернету посмотрите. Интересный каталог. Много чего можно выбрать.
Гортензии, гортензии шикарные здесь. Сирени тоже есть, вон, видите? Разнообразные, бело-желтые, бордовые, сиреневые. Вообще, как облачко такое розовенькое, нежно-розовое. Ну, на этом, мои друзья, все. Будем заканчивать. До новых встреч. Пока-пока. Ваша Оля.